Так вот, это человек, который доктор юридических наук. Казалось бы, величина, которая должен что-то давать народу. А что он дает? Он не знает Конституцию, хотя он и юрист. Ни одного выступления толкового по Конституции он не сделал. Он не объяснил новгородцам, что в Конституции, 10 статей Конституции против нашего суверенитета, ни СМИ, ни он, как представитель наш там, в Государственной Думе, он понятия не имеет или игнорирует этот вопрос. Вот это интересно. Если ты не понимаешь, то это один вопрос. А если ты дурачком прикидываешься, это второй вопрос.